За многолетний профессиональный труд и в связи с личным юбилеем наградили швею фабрики «Вестра» Валентину Зотович. Стаж ее работы на предприятии более 30 лет. Медаль за отличие в труде вручила первый заместитель главы госадминистрации Людмила Шеленкова. Это пошивочный цех. Сейчас здесь работают около 70 человек. В день на фабрике выпускают около 3,5 сотен изделий. В совершенстве знает швейное дело Валентина Зотович. Юбки и платья, блузки и жакеты, куртки. Ей доверяют работу высокой сложности. Конечно, это очень приятно, что дали мне такую высокую оценку, что оценили меня такую высококвалифицированную швею. С годами, естественно, опыт накапливается. Швея – любимое дело наше. Упорство, целеустремленность и качественно продвигать свою работу, добиваться больших успехов. Медаль за отличие в труде вручила первый заместитель главы госадминистрации города Бендеры по экономическим и правовым вопросам Людмила Шеленкова. Вы настолько отдаете своей работе, для вас приоритет – это работа, да? Это задание, это план, который вы должны выполнить. Поэтому вполне логично и вполне заслуженно вы сегодня получаете соответствующие награды. Валентина Зотович – лидер и надежный помощник, говорят коллеги. Принимает активное участие в общественной жизни коллектива и обучает новую смену. Благодаря таким работникам предприятие не только держится на плаву, но и оптимистично смотрит вперед. У нас есть полноценные заказы, у нас производственная программа забита на год вперед. То есть у нас нет понятия отсутствия работы, у нас нет понятия задержка по заработной плате. Поэтому люди уверены в завтрашнем дне. «Вестра» – это мода и качество. И спрос не только в Приднестровье, но и в дальнем зарубежье. На экспорт идет до 5000 единиц готовой одежды в месяц. Елена Росланова, Руслан Федоренко, Бендерское телевидение.